Познакомить жителей и гостей города с продукцией фермерских хозяйств и региональными брендами, тем самым поддержать российского производителя, решили в Республике Алтай. Концепция фестиваля разработана Россельхозбанком совместно с Минсельхозом России. Фестивали свое проходят с 2017 года и приняли уже более 1 200 000 гостей. И более 1 500 фермеров смогли представить свою продукцию на наших фестивалях и найти себе новых постоянных клиентов. Сегодня более 90 фермеров представлены на нашем фестивале, и они покажут продукцию, сделанную своими руками на своей земле с любовью. Фермеры привезли в Горно-Алтайск вкусные натуральные продукты, сыры, колбасы, птицу, рыбу, крупы, мед, овощи, ягоды, различные напитки и многое другое. Люди с удовольствием посещали выставочные павильоны, даже пасмурная погода не помешала хорошему настроению и полезным покупкам. Жители по достоинству оценили фермерский фестиваль. Посмотреть хоть что производят у нас где-то за пределами, может быть, даже республики. И в республике мы же не всегда это видим в каких-то магазинах специализированных, не всегда ходим в них. Поэтому общаемся, пробуем. Очень спрос большой. Смотрите, сколько народу берут все. Мы уже взяли, отнесли в машину и прогуливаться пошли. Я купила очень вкусный мед, который мне больше всего понравился. Откуда вы знаете, что он вкусный? Потому что попробовала, продегустировала. Смотрим, сыры, мед, все очень вкусно, замечательно. Надеюсь, что покупка будет у нас удачной. Кроме сельскохозяйственной ярмарки, программа фестиваля – это насыщенные культурные и деловые активности. Фестиваль «Свое» Россельхозбанка прошел при поддержке правительства Республики Алтай и администрации Горно-Алтайска в целях поддержки предпринимателей сферы сельского хозяйства.